Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. Продолжаем вскрытие посылочек с eBay из Китая, присланных в Россию бесплатным способом с помощью почты Китая, потом почты России. На очереди четвертая посылочка. Вот такая вот желтенькая. Что здесь, честно говоря, даже не представляю. Сейчас откроем и узнаем. Там могут быть либо защитные пленки, либо накладки на джойстик. О, чудо! И здесь прислали накладку на клавиатуру для MacBook. И вот какого-то художника она оказалась с такими черными штуками, которые нафиг не нужны. Ну, что уж поделаешь, прислали так прислали. Посмотрим, как это подойдет к MacBook. Хотя на фотографиях они были прозрачные. Ну да ладно. Оставим это на совести китайца. Так что покупать надо вдумчиво, может пролететь чуть-чуть. Пусть копейки, пусть не очень удобно, ну да ладно. Спасибо за внимание, всего хорошего.